Кафе в Дивногорске за Красноярском по пути к Красноярской ГЭС. Америка избомила Югославию. Уничтожили все. Западные силы НАТО бока. Моя Сербия гражданская страна. Я люблю мои цигане в моей Сербии. А прямо Хорватия чисто национальная держава, чисто фашистская держава Хорватия. Tako su думал, da сделаю Украину, da bude чисто национальная держава. Скажешь русское слово, получишь путь. Зачем? Если России не будет, не будет мира. Не слушай на Бог, дал России огромную территорию. Народы контролируют огромную территорию и помогают другим. Чисто фанатизм, фашизм на Косово. Сербы живут там и плавами. Поют песни православные, христианские и ждут, да Россия придет. А у вас была вот так же такая информационная война? Они давили вот... Да. Я вот сейчас не буду снимать, как русские, не знаю, бьют. Погибла учительница, погибла две учительницы на дамбу, а потом приказывают, как это русские бомбы там были из Киева. Это пропаганда, что было. Все то же самое, что ли? Рачек был на Косово, американский генерал посадил, сказал, были террористы, не 15 сербских солдат убили террористы. Они приодели и опять... Полив кровлю и сказал, вот Серби убили цивила. И он начал себе бомбардировки. А сами албанцы, как люди, албанцы хороший народ. Рабочий, трудолюбивый, как и сербы.